Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника «Математика. 5 класс. Никольский», номер 739. Задание под буквой А. Какую часть от 12 сантиметров составляет 6 сантиметров, 3, 4 и 1 сантиметр? Итак, 12 сантиметров, понятно, что это у нас одно целое, да, одна целая часть. Дальше, сколько же от нее составляет 6 сантиметров? Давайте посмотрим, сколько раз это меньше. Во сколько раз? В два раза. То есть, можно сказать, что 1 вторая часть 6, равно 6 сантиметров от 12 сантиметров. Мы так это и запишем. Дальше. 3 сантиметра. Снова-таки мы 12 наше целое делим на 3. Получается 4. Это значит, что 1 четвертая часть – это 3 сантиметра от 12 сантиметров. Следующее. 12 делим на 4. Здесь будет 3. Значит, 1 третья часть – это 4 сантиметра от 12 сантиметров. И последнее, 12 делим на 1 равно 12. То есть 1 двенадцатая часть. Это составляет 1 сантиметр от 12 сантиметров. Следующее задание Б. Какую часть от 42 сантиметров составляют 6, 7 и 14? Делаем соответственно. 42 сантиметра – это как одно целое. И теперь мы делим. 42 делим на 6. Получается 7. То есть это 1 седьмая часть. Это у нас 6 сантиметров составляет от… Я просто не пишу слово «составляет», да? Понятно. От 42 сантиметров. Дальше 42 мы делим на 7, получается 6, 1 шестая часть, это 7 сантиметров от 42 сантиметров. Понятно, что здесь вот где я делю 42 на 6, 42 на 7, а в задании А это 12 на 3, 12 на 4, то есть это все в сантиметрах, да? Сантиметры мы делим на сантиметры, у нас получается, то есть часть. Какую мы получаем часть? И теперь 42 мы делим на 14, получается 3. То есть это 1 третья часть. Составляет 14 сантиметров от 42 сантиметров. Вот и все на этом задании мы с вами решили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.